Арсению, ваше предположение? Это ни в коем случае не угроза. Не угроза. Но это слово «бетон». Вы во что закатываете людей, так и отвечаете? Ну, официально не подтверждено. И нет, это неправильный ответ. Это не слово «бетон». Настя, вы были второй? Мне кажется, что это слово «бетон». Хорошенькая. Но это не... Это не тот бетон, который он сказал. А какой бетон вы имеете в виду? Это другой, светлее. Светлее, понимаю. Итак, Анастасия пока перебирает все сорта бетона.